В Екатеринбурге в эти выходные пройдет спектакль, посвящен одному из персонажей русофобского интернета – поросенку Петру. Спектакль анонсирован как детский, привозит поросенка его создательница Людмила Петрушевская. Между тем, некоторые особенности вымышленного поросенка делают грядущий спектакль, мягко говоря, двусмысленным. Дело в том, что в интернете поросенок Петр считается символом эмиграции и устоявшимся антироссийским и антирусским интернет-мемом. Да и на самой афише изображен дорожный указатель с перечеркнутым словом «Рашка». Спектакль анонсирован Министерством культуры Свердловской области, но там в слове «Рашка» на афише детского спектакля, как и в его содержании, ничего двусмысленного не увидели и от комментариев отказались.